Конечно. Каждый зарабатывает так, как может, понимаешь? Руки убери свои. Руки мальчик, убери если свои ты грязные. Больше ничем не можешь заработать, ни мозгами, ни руками, ты руки вот свои убери грязные, несу их покупателю. Да. Понятно? Ты покупатель? Ты конечно. Да, да, ребята. Ты просто подкинула? Нет. Нет, ты только что выходила из магазина. Первый достала. И две телеги принесла с собой. Расскажи кому-нибудь другому, а? Здесь хорошо, отчетливо видно. 6.03.04.21. Пожалуйста, это все равно некачественный товар. Не переживайте за него. Кто вам сказал, что он некачественный товар? Я вам говорю, что он некачественный. Докажите мне его качество. В этикетке все написано. Саша, нет, годен бог. Нет, работает. Но сюда не помещается. Ну, вот у нас по регламенту все записано. Пишите от руки, значит, не помещается, если на пресс. Ну, от руки тоже не очень. А почему мы должны считать? Технический окей. Регламент таможенного союза заявил в одном. Это продукты питания, ну не надо так их менять. Ну, пожалуйста, это попробуйте. Хлеба. Написано 10 суток. Ну, хорошо, хлеб годен терял. Долг. Где срок, дата? Все мы грамотные. Ну. Где дата, годен долг. Ну, начнем с того, что там должно быть три даты. Дата изготовления, дата упаковки, срока годности. Дата окончания срока годности. Написано, все на этикетке. А дата производителя, когда он это как вы изготовил ее. Просто вы сами не могли почитать. Дата изготовления производителя. Можно не все. Можно не все. Но вы до сих пор еще не справились с прошлого раза. Я не боюсь тебя. Не боюсь. Уборщица, отойдите от нас. Так, а вы не мешаете, не трогайте тележку. Я сейчас буду хорошая семейная фото получится. Так, где швабра? Давай, да, где швабра? Сразу же хорошая. Смотри, кто тут до конца. Так, отойдите, пожалуйста. Дайте мне убрать. Вы что творите? Мы стоим. Девушка, женщина, у вас пожалуйста, свое уме вообще, а? Так, давай вот это здесь, чтобы все сухо и на кухне. Вообще все оборзевшие, то есть тихо. Вы еще до сих пор с прошлого раза не справились. Можно не все сразу. Я сейчас один разговариваю. Я ему предоставил слово. Бабуля-то хайповая была. Да? Ну, может, сейчас сразу на меня кинуть, я бы с удовольствием. Ну, веселый контент интересный. В прошлый раз было весело с ведром-то. Вот смотрите, сегодня закончили. Как вы прыгали. Вы даже вот перемахвальцовка, она осталась на поту. Вон они, остатки предыдущей этикетки, которые сорвали. Нет, это не так, то, что может быть. Но она уже просрочена. Ну, что ты это делаешь? 25-я на 25. Есть время? Ну, такие. Ну, хорошо. До 25-го. Значит, 25-го уже не будет. Магазин работает до 20.00. Значит, 21.10 уже не работает. Ну, положительно, что вас, вы не забираете. Ну, зачем? Если я не хочу, чтобы это мяло. Все равно это полиция сейчас уедет. Не переживайте. Ну, съедет, но это... И, они вы сами помогут. В чем мы не правы? Что вы просрочки торгуете? Нет, вот это... Нет, этого это товар просрочен по маркировке. Нет, нет. А что же это? Он не просрочен. А вот это вот? Скажете, не просроченным? Это да, это внешний вид. Внешний вид, да, она должна быть в вакуумной упаковке, внешний вид. Помяли покупатели. Покупатели сразу помяли? А может, у вас просто глаз нет, и вы выкладываете давайте товары? Давайте вы со мной не будете меня отчитывать, как девочку. Вы а давайте буду. В жизни не совершаете давайте никакие. Буду. Принесите жалобную да. Книгу, которая была в прошлом году. В прошлом году? Сейчас да. Принесу. Давайте, я хочу посмотреть ответ, который был оставлен. Ну вот это я не согласна. Ну, вы можете не согласны да с чем угодно. Это в полицию, там все Роспотребнадзор. Роспотребнадзор нет, разберется. Это разберется, потому что Роспотребнадзор вот, так, видел эти этикетки. И они сказали, да, так можно. Еще один Роспотребнадзор. Да, так можно. Так можно. Это да, не конфликт. А условия что... хранения на нарушение. А Никаноровна приезжала? Скорее всего, на Никаноровна приезжала. Или как ее? Или Надежда Никаноровна? Надежда Никаноровна. Надежда Никаноровна, да, приезжала? Да, я не к вам не утверждаю, что... Вот жалко, вот было бы классно, если бы подтверждали, что Надежда Никаноровна. Зачем? И это как раз срок нужен. Мы куплены товар. А где, что это в вакуумной упаковке? Кто нашел? Не знаю, кто принимал. Где написано, что оно в вакууме? Я просто найти не могу. Поищите кто-нибудь. Филипп, ты быстрее всех найдешь. Смотри. А вы нормально? Ну подожди, ты с возвратом. Подожди, с возвратом. Сейчас все оформлено. Сначала сотрудники потом... полиции приедут, опишут все просроченные продукты и некачественные. Только потом будет делать возврат. Дата изготовления 14.07. Все, искал, не нашел. Звонил даже производителю. А что тогда взяли? Мы не говорим. Все люди. Да, но у вас вот две телеги. Нет, сколько? Насчет маркировки я не согласна. А?
Я думал, раз он искал, искал. А что, говорят, просрочки не торгуют, да? Ну. Да нет, там 6 глаз смотрели. Нет, ну я считаю... Вы будете 8 глазами уже. Есть только условия хранения. Ну, да, полная маркировка от производителя. Так, куда сейчас? А там у нас сами конфеты. Знаете, еще что-нибудь, какой-нибудь продукция, что тебе да, вот, ну, это понятно. Это мне уже показать. Это что масло? Масло показать. Да, да, вот так, а вот это что? Ну, там вообще вакуумная упаковка тоже должна быть. Почему-то. Зерно. Да. И написано, ну, мы сами, мы тоже удивились, почему зерно вакуумная упаковка. Мясо, храните вне холодильника. Сосиски, колбасы, мясные. При этом сами же написали условия хранения от плюс 2 до плюс 6. И укладывайте ее сверх холодильника. Я достал специально вкусную продукцию, которая просто портится, потому что ее хранится. Вот она, смотрите, видите? Все, канал, покажу. Нет, а вот температура – это одно. Ну вот, вот этот вот, который с лазером. Mm-hmm. Давайте попробуем. Посмотрим, вот, если да? Все хорошо, если там действительно холодно. А вы здесь? Кто? Я замдиректор. Зовут вас? А в прошлый раз не замдиректора было. А вы что? Так вы определитесь, либо вы замдиректора, либо нет. Год назад ты имеешь? Да. В прошлом году не замдиректора, тут еще был кто-то замдиректор. Это 5 штук бегает. Может, их и 5. Замок. Вы о люди говорите штуки. Молодой человек, веду себя достойно. Веду себя достойно. А вы себя достойно. Продаете сейчас по отличной продукции. Сейчас мы о другом говорим. Вы себя достойно. Не травите людей, пожалуйста. Христом Богом прошу. Побойтесь Бога, а? Не продавайте просрочку людям. Не надо работать на экран. А вам тоже не надо. Вы давно бы уже принесли бы эту жалобную книгу с прошлого года. Видите, я разговариваю. А вы тоже зам, да? Нет. А что вы тогда здесь делаете? Идите работайте, пожалуйста. Я работаю. Идите работайте. Вот. Женщина, скажите своему работнику, чтобы шли работать. Нечего здесь разглядывать. Командуйте нами, пожалуйста. Да. Что вы говорите? Бабуль, повторите, пожалуйста. Чем заняться? Уже ничем, да? Мне нужна жалобная книга с прошлого года. Я за прошлый год не отвечаю. Директор придет, пожалуйста, разберите. В смысле директор придет? Она у вас должна быть доступность. Прошлого года, вы себя слышите? Стоп. Как я как покупатель, я имею право ознакомиться. Придете, в смысле в понедельник? Я ж не знаю. В смысле понедельник? Она должна быть доступностью у вас. Доступности есть, которая сейчас. Мне сейчас не нужна, мне с прошлого года нужна. Та, которая закончилась, я сейчас хочу. Я сейчас хочу ознакомиться. Я не понимаю, я сейчас хочу ознакомиться. Я же не буду в ее так, сейчас. А зачем в сейф-то укладывать? Ну, ну, может быть, ознакомиться-то она... надо. Я хочу сейчас ознакомиться. Удобное для него время. Я вам объяснила. Это есть... бабуля хайповая, вообще капец какая. Не оскорбите меня, пожалуйста. Оскорбились, пишите заявление. Зачем? Тогда не надо зачем? Говорить, что вы оскорбились, бабуля. Зачем? Если вы для меня бабуля. Что еще раз? Значит так, в таком тоне я с вами разговариваю. Не разговаривайте. Книжку только принесите. Вы мне вообще не нужны, бабуля. Конечно. Каждый зарабатывает так, как может, понимаешь? Руки убери Заинька. Свои. Руки мальчик, убери если свои ты грязные. Больше ничем не можешь заработать, ни мозгами, ни руками, ты руки ты вот свои убери фоткаешь. Грязные, несу их покупателю. Да. Понятно? Ты покупатель? Ты конечно, ты на себя посмотри, бабуля. Все, значит, все закончено. Я не верю, что вот эта вот этикетка сейчас от этих ключей. Нет, черные, я не верю. Черные цифры как минимум здесь должны стоять, чтобы нужно, соответствовали с этим. Это упаковано. Я вот как покупатель, я не верю. А дата изготовления вот, да? Я только купил на камеру, ты на видеокамеру. Я попробовал товар, мне понравился товар, я хочу его оплатить. 223-я гражданская. Воруете, да? Добивайте. Лев, воруете? Нет, почему скрытые? А почему я у вас... Я его попробовал. А почему у вас находится товар покупатель в руках? Я хочу приобрести. Мне вы хотели своровать покупку его? Смотрите, за это статья есть, уголовная. Ну, мы просто смотрим, ничего не будет. Не надо смотреть, надо просто пробить и все. Я вскрыл только что, я хотел попробовать. Я попробовал, мне понравилось, я готов оплатить. Я же его вскрыл. Так нельзя нас сначала купить, потом попробовал. Уверен. По идее, да. А давайте по идее или да? Ну да, на нет, самом по деле. Идее или да? Вы определитесь, как ему. Либо да, либо сначала либо надо купить, а потом уже пробовать. А я хочу попробовать. Ну так если вы хотите попробовать, вы купите и попробуйте. Это уже... А не сначала нет. Откройте нет. И попробуйте. Я хочу сейчас, вот, например, открою шоколадку, я ее откушу и куплю. Но это неправильно. Что мне это помешает сделать? Это неправильно. Что значит неправильно? Ну вот так вот неправильно спать на потолке, одеяло падает. Тоже верно. А шоколадку откусить и попробовать, это правильно. Может, она мне не понравится. Но и вы ее туда не купите и кинете, да? Это уже другой вопрос. Нет, ну так-то, посудите сами. Это уже другой вопрос. А может, и куплю. Я его взял, попробовал, мне понравилось. Можно? Закон разрешает мне, представляете? Найдите нормальную упаковку. Мне это понравилось.
Как это не может? Как это не может? На нарушатель. Ну-ка, назовите статью закона. По какой статье вы не можете пробить товар? Какой я хочу приобрести, я не говорю, что он... Спорим, нет такого закона и такой статьи. На то, чтобы вы уволились. Если вы сейчас найдете. Еще одно заявление по 14.8. Люблю писать заявление на кассиров. Я вот сам скрыл на камеру. Я скрыл, попробовал. Мы есть хотим. Я спросил, я попробовал, я мне понравился. Я голодный сегодня. Я был голодный, вот решил сейчас попробовать. Я... Откуда вы знаете, что микробов много? Вы эксперт? Я говорю, сам скрыл лично, хочу приобрести товар, мне он понравился. Вы либо кассир, либо эксперт, вы определитесь. Я с бейджиком, помню жалобу. Но у них нету бейджиков. Они с прошлого года не научились. Нарушать через 26-й гражданского кодекса. 486-я часть гражданского кодекса. Давайте, нормально пробивайте мне. Все. А после в блог будете выкладывать. В чем провокатор? Хочу товар. Блог, да. Блог. Кто? Мат вообще. По 20.1 не хочешь, дядя? Дядя, по 20.1 не хочешь? 500 рублей штрафа или 15 суток ареста. Дядя, если ты мужик, дождись сотрудников полиции. Кто-то убегает. Вы пробиваете, вы не пробиваете. Пробивайте, я хочу приобрести, мне понравилось. Администратор пробивать не будет. Вам помощь нужна в пробитии товара, что ли? Да. Вы беспомощный человек? Да. Стажер, наверное. Что вы здесь делаете тогда, если вы беспомощные? Понабрали работников беспомощных. Все, пробивай. Тебе разрешили, дали команду. Все, работай. Работайте. Братья, работайте. Шеф сказал с крыши спрыгнуть, она прыгает. Без ваших услуг обойдемся. Когда мы будем звездами? Чек. Да вы уже с прошлого года звезды. Я вообще уволился с работы. Надо. Да, ребята. Ох, чтобы не выбирали. Ой, тебе до 22-го, ну и что? Кирилл, он только что нашла просрочку. Не посрочно смотрел. Может, ты просто подкинула? Нет. Нет, ты только что выходила из магазина. Первый достала. Две телеги принесла с собой. Расскажи кому-нибудь другому, а? Я ее даже из рюкзака доставала. Нет. Такие вот конфетки. Срок годности истек 22.04. Вот такие вот конфеточки у нас. Дата изготовления у них. Вот они, 22.10.20. Срок годности 6 месяцев. Данный товар просрочен на 3 дня. Вот у меня 19-е. Срок годности истек 27.03.21. А вот чек. 8 месяцев. Интернет не ловит. 19.04. Сейчас. Нет, им не надо. Вот это все, в принципе, некачественное или испорченное. Это товар без маркировки, товар с просроченной. Вот, необходимо принять заявление отдельно сейчас по детскому питанию напишем. И это все описать, оставить на ответственное хранение магазин до приготовления. Нет, там годен до нет. Годен до нет? Ну это же рыба. Это горячее копчение. 10 суток. Годен до, где информация? Дата. Смотрите. Дата. Конечная. Нарушен технический регламент таможенного союза. Покажите. Нету срока годности. Нету. Есть срок годности. 10 есть суток. Упаковка. Читайте внимательно. Дата производства. Читайте дата производства. Читайте. Читаем внимательно. Читайте. Дальше давайте. Состав есть. Так, это да. Сканирую. Хорошо. Дата производства нет. Технический регламент таможенного союза вас обязывает обязательно 3 даты на продукте. Возьмите любого производителя, там 3 даты. Дата изготовления, дата покупки. Вот одна. А вторую покупайте за поставку. Конечно, покупайте за поставку. Дата производства, покажите мне. Дата производства товара, покажите мне. Где? Согласно накладному. Должно на упаковку быть. Почему вы не нарушаете технический регламент таможенного союза? Он определяет требования к маркировке продукции, которая реализация. Он определяет требования к маркировке. Все справки даются через ИГАИ. Причем здесь справка? У вас технический. Причем здесь это? Вы должны на потребительской упаковке указывать, когда изготовлен товар. Дата изготовления. Где дата изготовления? Покажите. Где дата изготовления? А что спорить-то? Я знаю, что я прав.
абсолютно. Я за пичком законом, я знаю, варварские, вот отнеслись. Я знаю, что в сосисках не должно быть вот такого вот. Вы варварски относитесь к вашим покупателям, которые несут к вам. Лежало. В каком холодильнике? У вас до сих пор колбасы там. Это все. Они сейчас все что угодно будут говорить при полицейском. Ну им все тогда делайте нормально всю работу. Что от вас требуется? Если доказали качество, мы убираем. Отдельно, я так понимаю, акт по детскому питанию, да? Да. Отдельно, а детское питание вы будете изымать? Изымать будете детское питание? 5 месяцев. Я буду изымать. Да. Детское питание будет изъятие. Ответ на ответственное хранение оставлять не будем. Потому что это 238-я ему усматривается. Я понимаю. Ну, купим, не проблема. Будет проблема купить, если он хочет. Да не проблема. Потому что, ладно, вот это, да, это административка. Но детское питание это жестко. Скорее всего, такую взяли с полки. Мы же снимали, когда... Ну вот это вот три телеги говна. Не может быть такого, да, в вашем магазине? Мы когда снимаем с полок, мы фиксируемся на видеокамеру.